было видно, что в первом тайме мы вышли расслабленно и получили 12 мячей. Естественно, это абсолютно неправильно, и хорошо, что во втором тайме прибавили и увеличили в разрыв в счете. Было достаточно много хороших дальних бросков у девчонок из Майкопа и пару интересных комбинаций, которые прошли, и мы не ждали их, могу сказать так. Ну, я всегда отмечаю даже в свой инстаграм, наш 13-й сектор – это, правда, лучшие болельщики, которые за нами ездят везде, даже на дальние расстояния, не беру там Краснодар-Майкоп, но все равно люди остались с ночевкой, да, сегодня приехали тоже за нас поболеть. Это очень приятно, и, конечно, спасибо им большое.